ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم Признаки пророчества и события, произошедшие до этого. Неверующие курейшиты поклонялись идолам и предавали Аллаху сотоварищей. У них были праздники, в которых они приносили в жертву животных своим идолам и делали обход вокруг них. Но были люди из курейшитов, которые поклонялись только Всевышнему Аллаху. Это удивительно. Пророк еще не был послан, а религия была потеряна. Но, несмотря на это, были некоторые люди из жителей Мекки, врожденное свойство которых указало им на единственность великого и всемогущего Аллаха. На одном из праздников жертвоприношения собрались четверо жителей Мекки, которые поклонялись только Аллаху. Они удалились от людей, осуждая религию многобожников и их способ поклонения. Имена этих четверых – Зейд ибн Амру ибн Нуфейль, Усман ибн Хувейрис, Уарака ибн Науфаль и Убайдуллах ибн Джахш. Эти четверо признавали единственного Аллаха и не поклонялись никому, кроме Него. Они собрались и сказали друг другу: «Вы знаете, что религия, которую исповедуют жители Мекки, не религия Ибрахима, Авраама. Истинный объект поклонения – это единственный Аллах». Они сказали друг другу: «Что эти камни, вокруг которых совершают обход? Они не видят и не слышат, не приносят пользу и не вредят. Как мы будем поклоняться им, оставляя поклонение Аллаху?» Затем они разошлись, и каждый из них пошел искать истинную религию. Уарака ибн Науфаль искал и нашел христианство. Он обучился ему и нашел его лучше, чем поклонение идолам, поклонение Аллат, Аль-Узе и Хубалу. Он придерживался этой религии, пока не был послан пророк, мир ему и благословение. В то время Уарака был в преклонном возрасте и был слеп. Он последовал за нашим пророком и принял ислам. Зейд ибн Амру ибн Нуфейль начал показывать свою враждебность к идолам и свое неверие в поклонение им. Асма, дочь Абу-Бакра, сказала: «Когда я была маленькой, я видела Зейда ибн Амру ибн Нуфейля у Каббы. Он говорил: «О курейшиты, я не верую в Аллат, не верую в Аль-Уза, но верую в одного Аллаха». Я видела, как он положил свою ладонь на лоб и сказал: «О Господь, я не знаю, как поклоняться Тебе. Если бы я знал, то сделал бы это, но я поклоняюсь Тебе сердцем». Так он поклонялся Всевышнему Господу. Он не прикасался даже к животным, которых курейшиты приносили в жертву идолам. И он ел только то, что зарезано с упоминанием имени Аллаха. А когда он видел мужчину, который хотел закопать живьем свою дочь, пытался помешать ему сделать это, даже если это приводило к тому, что он выкупал дочь у него. Зейд ибн Амру не читал Коран и не видел посланника Аллаха, но его сердце указало ему на его Творца. Те четверо придерживались единобожия. Зейда ибн Амру
наказывали и били за то, что он поклонялся только Аллаху и не веровал в идолов. Он покинул Мекку и направился в сторону Шама и Ирака в поисках религии Аллаха. Он увидел монаха, который указал ему на важную вещь. Монах спросил его: «Откуда ты?» Тот ответил, что из Мекки, из дома Ибрахима. Он сказал Зайду: «Вернись к себе на родину». Тот спросил его: «Почему?» Монах ответил: «Это время появления пророка, а выйдет он с места твоего обитания». По дороге, когда он возвращался в Мекку, он был убит. До своей смерти он сказал: «О Аллах, если ты лишишь меня этой религии, то не лишай ее моего сына Саида». У него был сын по имени Саид ибн Зейд. Саид ибн Зейд принял ислам, был силен в исламе и был одним из обрадованных раем при жизни. Зейд ибн Амру не дожил до ислама, он умер до него. Умар и Саид, его сын, пошли к посланнику Аллаха и спросили: «Зейд ибн Умару ибн Нуфейль умер до ислама, можно ли нам просить за него прощения?» Посланник Аллаха ответил: «Просите за него прощения. Воистину, в судный день он будет воскрешен единственным в своей общине». Так, вместе с многобожием, которое было распространено в Мекке, были некоторые люди, придерживающиеся единобожия, и их врожденное свойство указало им на веру в единственного Аллаха. Среди курейшитов была благородная, достойная женщина. Звали ее Хадиджа бинт Хувейлид. Эта женщина была знатного рода и была очень богата. Она давала свое имущество торговцам, чтобы они вели торговлю на ее деньги. Хадиджа занималась торговлей. Однажды она спросила у своего слуги Майсары: «Знаешь ли ты кого-нибудь, кто мог бы поехать торговать на мои деньги?» Он сообщил ей о мужчине, которого звали Мухаммад ибн Абдуллах. В Мекке его прозвали правдивым и надежным. Майсара посоветовал ей отправить Мухаммада. Хадиджа отправила своего слугу Майсару к Мухаммаду, чтобы тот поехал торговать на ее имущество в Шам. Мухаммад согласился на ее просьбу с условием, что ему будет часть прибыли. Его положение было таким же, как и у других. Курейшиты занимались торговлей. Этим они были известны среди арабов. Мухаммад ибн Абдуллах, надежный и правдивый, мир ему и благословение, взял имущество Хадиджи и вместе с Майсара поехал в сторону Шама. По дороге Майсара удивлялся ему. Он все еще не стал пророком и посланником, но в нем проявлялись удивительные признаки. Майсара наблюдал за ним. Что происходит? Когда по дороге усиливался зной, облака следовали за Мухаммадом. А если зной уходил, пропадали и облака. В некоторых преданиях передается, что Майсара сказал: «Это были не облака, это были ангелы, которые отбрасывали на него тень своими крыльями». Кто же этот мужчина, за которым следуют ангелы и укрывают его крыльями от палящего солнца? Когда они приблизились к Шаму, к местности, в которой было дерево, пророк спустился, чтобы сесть в тени этого дерева. Поблизости от дерева находился монастырь, в котором жил монах. Он вышел посмотреть на караван, который прибыл, и увидел удивительную вещь. Увидел, что под этим деревом сидит мужчина. Тогда он начал наблюдать и следить за ним. Он следил за караваном и за Мухаммадом, да благословит Аллах его и его род. Когда он удостоверился в том, что предполагал, то подошел к Майсаре. Он узнал, что Майсара – слуга женщины, которой принадлежало это имущество. Монах спросил Майсару: «Кто этот мужчина?» Майсара ответил: «Это Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абдуль-Мутталиб, курейшит из Бани Хашим, из жителей Мекки». Тогда монах сказал Майсаре: «Какое дело у этого мужчины?» Тот ответил: «Никакое. Он приехал, чтобы покупать и продавать». Тогда монах сказал:
Клянусь Аллахом, под этим деревом сидит никто иной, как пророк из пророков. Словно монах радует, предвещая, и радуется сам, что это пророк, потому что в это место не садится никто, кроме пророков. Это предопределение Аллаха, великого и всемогущего, а монах имел знания и Писание. После того, как завершилась торговля, и пророк очень преуспел в этом, что не было обычным делом, он вернулся с караваном к Хадидже и отдал ей ее имущество. Майсара пошел к Хадидже и сообщил ей о том, что видел и слышал. Клянусь Аллахом, я видел, что когда он шел, облака или ангелы покрывали его. Останавливались, когда останавливался он, и двигались, когда он шел. Он сообщил ей о сказанном монахом. Тогда в сердце Хадиджи проникло уважение к Мухаммаду и почтение к его положению. Когда Хадиджа услышала о нраве пророка, мир ему и благословение, о тех нравственных качествах, известных среди людей, правдивости и надежности, и когда Майсара рассказал ей об увиденном, Хадиджа захотела выйти замуж за посланника Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. Он все еще не стал пророком, а она была госпожой женщин, самой знатной женщиной Мекки, наиблагороднейшего нрава. Да нет, она госпожа всех женщин на земле. Такова была Хадиджа. Она отправила гонца к посланнику Аллаха. «Я хотела бы выйти за тебя замуж из-за твоего родства». Они были дальними родственниками. «Из знания о твоем нраве и уважении, которым ты пользуешься среди своего народа». Пророк, мир ему и благословение, сразу пошел к своим дядям, чтобы посоветоваться. Пошел к Хамзе, Абу Талибу и к другим из них. Поговорил с ними, и они одобрили это дело. Кто из людей не хотел бы жениться на Хадидже? Господа курейшитов, самые знатные люди среди них хотели жениться на ней. А сейчас она сама предложила ему жениться на ней. Его дяди согласились. С ним пошел его дядя Хамза ибн Абдул-Муталиб. Он был знатен в своем народе. Они пошли к отцу Хадиджи, Хувайлиду ибн Асаду, чтобы сосватать ее Мухаммаду, мир ему и благословение. Ее отец согласился. Кто же не согласится выдать замуж свою дочь за господина людей? Да нет, господина всех созданий. Они договорились, что ее махром, предсвадебным даром, будет 20 верблюдов. Пророк, мир ему и благословение, отдал ей махр. Приготовили угощение, и был свадебный пир. Что же красивее такой свадьбы? Какая женитьба может быть выше этой свадьбы? Свадьбы, на которой женится пророк, да благословит его Аллах и приветствует, господин созданий, на госпоже всех женщин. Он прожил с ней наилучшую жизнь. Он очень любил ее и не женился на других, пока она не умерла. Она родила ему всех его детей, кроме Ибрахима, который родился у пророка, мир ему и благословение, от Марии Каптии. У него родился Аль-Касым, поэтому его назвали Абуль-Касымом. Да будут мои мать и отец выкупом за него, мир ему и благословение. После Касыма у него родились Ат-Таиб и Ат-Тахир, три сына. Его дочери Рукайя, Зейнаб, Умуль-Кульсум и Фатима. Она родила ему 7 детей. Аль-Касыма, Ат-Таиба, Ат-Тахира, Рукайю, Зейнаб, Умуль-Кульсум и Фатиму. Все его сыновья умерли в младенчестве, еще до пророчества. А дочери были живы и после пророчества они приняли ислам, переселились вместе с ним. Все его дочери, кроме Фатимы Аз-Захры, госпожи женщин, умерли до него. Она прожила после его смерти несколько месяцев и вскоре умерла. Все его дети от Хадиджи. Он был щедрым и проявил благо по отношению к ней, и она была щедрой и проявила благо к нему. Он прожил вместе с ней самые счастливые моменты своей жизни.
так как она была самым любимым человеком для него. Хадиджа, которая пожертвовала собой и своим имуществом ради посланника Аллаха, мир ему и благословение. Во время жизни Хадиджи вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, она удивлялась, с ним происходят удивительные вещи. Это вдобавок к тому, что упомянул Майсара из своего путешествия и что упомянул монах. Хадиджа видела в посланнике Аллаха еще и его великий нрав, не похожий на нравы других людей, и видела удивительные вещи, которые не происходили с обычными людьми. Она сразу пошла к сыну своего дяди, Уараке ибн Науфалю, который придерживался единобожия и изучал Писание. Она рассказала ему историю, сообщила ему об увиденном. Уарака сказал ей: «Клянусь Аллахом, о Хадиджа, я думаю, что Мухаммад станет пророком этой общины. Я знаю, что в это время выйдет пророк, и это его время. Я считаю, что это Мухаммад». Хадиджа обрадовалась этому сообщению. Когда пророк, мир ему и благословение, достиг 35 лет, Кааба не выглядела так, как выглядит сейчас. Она была намного ниже. У этой Каабы даже не было потолка. В ней находился колодец, а в нем клад Каабы. В этом колодце был ценный клад. К нему никто не приближался. Из-за того, что Кааба была без потолка и не была высокой, несколько людей взобрались по стенам внутрь Каабы и выкрали ее клад. Тогда пророку было 35 лет. Утром, когда люди проснулись и увидели произошедшее, они опечалились. Обворовали Каабу. А ведь мы ее смотрители и хранители. Как могло это произойти? Тогда жители Мекки решили перестроить Каабу более лучшим образом, чтобы никто не покушался на нее. Однако, как им это сделать? В то время Аллах предопределил потопление корабля одному из римлян. Волны принесли деревянные остатки этого корабля на берег. Они собрали и привезли эти доски. Что же они сделают с этим деревом? В Мекке проживал один копт, который хорошо знал ремесло плотника и строителя. Он был умельцем в этом. Жители Мекки договорились с ним, чтобы тот помог им в строительстве Каабы. Он согласился. Что ж, имеется строитель, имеется дерево, но, несмотря на это, они опасались. Из Каабы выползала змея, и жители Мекки думали, что она сторожила ее. Каждый раз, когда один из них приближался к ней, она раскрывала свою пасть. Жители Мекки боялись ее. Они не могли приблизиться к Каабе, когда там находилась эта змея. В то время Аллах отправил удивительную птицу, которая спустилась с неба. Она забрала змею и улетела с ней. Курейшиты и жители Мекки поняли, что Аллах облегчает им перестройку Каабы. Однако они договорились. Один из их предводителей сказал: «О курейшиты, вы знаете, что это дом Аллаха, который построил Ибрахим. Если вы хотите перестроить его, то не тратьте на это ничего, кроме благого имущества. Не тратьте на него денег из прелюбодеяния и ростовщичества, и имущество несправедливо отобранное». Они начали собирать это благое имущество. Но его не хватило для постройки Каабы. Среди них увеличилось запретное имущество. Настал день разрушения Каабы и постройки ее заново. Однако кто осмелится разрушить хотя бы один из камней Каабы? Встал Уалид ибн Мугира, взял мотыгу, а люди в страхе наблюдали за ним. Кто же осмелится разрушить Каабу? Он призвал своего Господа, сказав: «О Аллах,
«Ты знаешь, что мы не хотим ничего, кроме блага». Затем он поднял мотыгу и начал бить по Кабе, пока не разрушил часть ее. Никто из людей не приближался. Люди смотрели на Уалида. Что с ним произойдет? Когда наступил вечер, он отправился к себе домой. А к Кабе никто не прикасался. Люди договорились посмотреть, что произойдет с ним на следующий день. На следующий день Уалид вышел, и с ним ничего не случилось. Он направился закончить разрушение Кабы. Тогда они поняли, что всемогущий и великий Аллах разрешил им сделать это. Люди закончили разрушение Кабы, дойдя до ее фундамента. Этот фундамент был глубоким. Когда они достигли его, то обнаружили зеленые камни. Каждый из них был похож на горб верблюда. Они плотно прилегали друг к другу. Тогда подошел мужчина и захотел немного отдалить их друг от друга. Для этого он вставил между ними мотыгу. Когда он двинул фундамент, Мекка полностью пришла в движение. Люди испугались, отступили и оставили фундамент таким, каким он был. Затем закончили построение Кабы. Каждое племя строило часть Кабы. Их имущество, отложенное на строение, закончилось, а они еще не закончили сооружение Кабы. Поэтому оставили Аль-Хиджр, северно-западную часть Кабы, недостроенной. И до наших дней ее строение такое же. У Кабы было две двери, они закрыли вторую, оставив только одну. И немного подняли ее стены, чтобы не один человек не мог проникнуть в нее. Они покрыли ее крышей и хорошо закрыли ее. Сооружение Кабы завершилось. Она не была такой же, как при Ибрахиме. Так как из-за того, что закончилось их имущество, они вывели часть Аль-Хиджр из Кабы и построили ее немного по-другому. Каждое племя участвовало в построении Кабы. Однако осталось самое важное – это черный камень. Тот камень, который Аллах спустил из рая. Пришло предание, что он был белым и почернел от грехов людей. Племена начали состязаться, кто из них установит камень на его место. Каждое племя считало себя более достойным сделать это. Они начали спорить между собой. Спор между ними усиливался, если бы не самый пожилой из них, Абу Умейя ибн Мугира. Не сел, собрав у себя наиблагороднейших людей из племен. Он сказал им: «Если вы спорите, то давайте последуем словам первого человека, вошедшего сюда. Первый человек, вошедший к нам, будет нашим судьей». Они стали ждать, и через некоторое время к ним вошел лучший из людей, Мухаммад, мир ему и благословение. Когда он вошел, знать сказала: «Это надежный человек, и мы согласимся с его решением». Все они были согласны. В Мекке и вокруг нее его называли честным, надежным и правдивым. Когда вошел пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ему сообщили о разногласии племен. А теперь взгляните на его мудрость. Он сказал им: «Расстелите мне одежду». И ему расстелили ее на землю. Затем он положил камень на нее. А потом он повелел каждому племени взяться за эту одежду. Каждое племя взялось за одежду. Так они подняли камень и понесли его к его месту. Когда они достигли этого места, каждая из племен согласилась, чтобы он взял его своими руками и установил его на место. Кто? Лучший из созданий, правдивый и честный, с решением которого согласились люди. Так пророк, мир ему и благословение, взял камень и установил его на его место. Так завершилось построение дома Аллаха Каббы. То великое строение, которое было почитаемым на протяжении всей истории, которое сохранил Аллах, и которое Он сделал знаменитым на земле. Первым домом, который был воздвигнут для людей для поклонения Всевышнему Аллаху, была Кабба.
Она – руководство не только отдельной общине, но всем мирам. Это черный камень. Для того, кто дотронется до него, он будет свидетелем перед Аллахом в судный день. Так завершилось построение дома великого Аллаха, благородной Каабы. В то время ученые из людей Писания изучали и установили, что это время выхода пророка. Все они были согласны, что это и есть время его выхода. Они даже знали его признаки. В некоторых копиях Писания его имя упомянуто так, как оно есть. В Торе со всеми различными ее копиями, в Библии со всеми различными ее копиями, везде было сказано, что это и есть время его выхода. Все были согласны с тем, что это и есть обещанное людям время выхода пророка, который выведет их из темноты к свету. Некоторые обладатели Писания изучали и знали, что этот пророк выйдет из страны арабов. Есть тексты, указывающие на Мухаммада, мир ему и благословение. В некоторых копиях Торы написано, что явился Господь с Синая, взошел на Саир и явил себя на горе Фаран. Синай — это указание на Моисея, мир ему. Саир — указание на Иисуса, мир ему. А гора Фаран — это гора Мекки. Это было в Ветхом Завете, и это есть в печатном виде. Да и не только это. В некоторых копиях пророк упомянут своим именем. К примеру, в одной из копий упомянуто, что земля наполнится хвалой Ахмаду, и что он будет владеть людьми из общин. Все эти слова упомянуты в копиях Торы и копиях Библии. Ученые мужи среди иудеев, монахи и священники совместно изучали выход пророка и приближение его времени. Салман аль-Фариси, да будет доволен им Аллах, был огнепоклонником, а затем стал христианином. Поменял религию на другую. Он сидел вместе с учеными, монахами, учеными-иудеями и священниками. Они сообщили ему, что это время выхода пророка. Когда он спросил их, как мне узнать его, они ответили, что он появится на земле с пальмами между двумя каменными местностями. Они описали ему город Медина и даже гору Сали. Это гора в Медине, и она упомянута по имени в старых копиях Торы. Их печатные издания, копии, предания, все они подтверждали, что это время выхода пророка. Даже иудеи Медины угрожали племенам Аус и Аль-Хазрадж, что это время выхода пророка, и что они последуют за ним и будут убивать их вместе с ним. Все предвещало его приход. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу Альватар.